видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 25. Подбери x так, чтобы получилось верное равенство. 12 умножить на x равно 12. При умножении любого числа на 1 получается то же самое число. Поэтому x равен 1. 12 умножить на 1 равно 12. 12 равно 12. При умножении любого числа на 0 получается 0. Значит, x будет равен 0. 0 умножить на 9 будет 0, а 0 равен 0. 1 умножить на x равно 0. x равен 0. 1 умножить на 0 равно 0. 0 равен 0. x умножить на 586 равно 586. Значит, x равен 1. 1 умножить на 586 равно 586. 586 равно 586. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.